Всем привет! Сегодня у нас 1 января 2021 года. Запланированный ремонт. И вот такая вот фигня у нас. Ну, во-первых, это крепление. Все вареное, переваренное. Раз. Во-вторых, эту балку всю вырвало. Она вся ходит ходуном на клепках. Здесь вон она сломана. Уже купили, и здесь на все болты все ходят. Это уже, мне кажется, другие болты перерезанные, да? Серега, а как ты его хочешь вывешивать? Заранее. То есть два упора ставить и там, и там? Сейчас посмотрим, что у нас получится. Так, в процессе. Балки, короче, нет. Почему-то клепки, блядь, не вылазят. То ли этим коленвалом, то ли хрен поймешь. Ладно, сейчас посмотрим. Так, в общем, поставили балку переднюю, наживили, низ еще не этот, здесь сейчас туго входят болты, по тайну взял, сейчас погрею, засажу, так что сзади вот здесь, сейчас посмотрим, ладно, смотрим дальше, что. А я отсюда не вижу, Игорь. Сейчас. Средний? Нижний сам. Нет. Значит, балку поменяли. Сейчас протянем все. Дотянем. Эту поменяли. Зато сейчас там надо будет протягивать. Я, пока Игорь тянет, я попробую. Да, попробую сделать. Сейчас покажу, что. Я буду делать. Так. Значит, герметик. Ну, вот такая вот херня у меня есть. Ну, во-первых, я, наверное, посмотрю, в каком состоянии там сетка. И решу с заменой. Ладно, сейчас посмотрим. Не знаю, будет видно, не будет видно, что вот подушка кабины лопнута, и болты вон все на бок. То есть она живая, живая. Ароматизатор, как у нас Мишка скажет. Надо тоже срезать весь. Здесь с этой стороны низ ароматизатор живой, этот вообще болт смешной стоит здесь, верхний наискосок. Амортизатор, не знаю, рабочий нет, но это с этой стороны подушки двигателя то же самое, вон все болты на бок нахуй. Не знаю сейчас, какую сторону еще будем разбирать. Ну, и эту сторону надо всю делать. И ту. Вот эту часть мы одну купили. Но смотрю, здесь она тоже варена. Ладно, посмотрим. Амортизатор, наверное, подушки сверху поменяем. Не знаю, два видео сделал. Или одна. Здесь это все перекрутили. Серег, ты пытаешься закрутить? Так давай их выкрутим, поставим новые. А?
так, так новый ставить. Ну давай я их обрежу нахуй, да и все. Не надо их обрезать. Почему? Не так вывернуться. Там резьба что ли у них или что? Так это же болты стоят. Ну там гайка с той стороны. Ну а что может быть, если это болт? С той стороны может внутри быть. Гайка, нет? Нет, там ничего не есть. Молодец, дохуя разобрал. Кабину. Да, подержи, блядь. Че? Кабину-то варить, нет? Накручивай, да. Этот кронштейн нормальный, да? Или сломанный, который? Чуть не пойму, как нормально. Средний попробуй. В общем, как-то вот так вот. Откручивайся. Давай. Так, что здесь? Мортер, все болты, подушку, осушитель, воздух. С этой стороны мортер поменяли, крепление одно поменяли. Здесь не видно будет, сейчас фотографию вставлю.